Алло, Каринка, здравствуй. Как дела? Слушай, а мы беременны. Да, только слушай, это секрет между нами, хорошо? Ага, ну все, пока. Алло, Леночка, слушай, 100 лет не слышала. А хочешь новость? А мы беременны. Да. Слушай, это только между нами по секрету, ладно? Ага, ну все, счастливо. Алло, Ксюшка? Откуда ты уже знаешь? Каринка, да? Слушай, ну вот баба, ну ничего им не доверить, ну. Ну ладно, забыли. Ты только смотри, Тане не говори, хорошо? А, телефона говоришь нет, да? Ну я сейчас тебе смс-кой скину, да. Ой, слушай, тут мой идет. Ага, все, пока. Ой, ой. Наконец-то пришел, да? А то ты что трубку не берешь? Целый день звоню. Тебе звоню, маме звоню, всем друзьям обзвонил. А то где ты был? Надя, я был в туалете. Знаешь, Руслан, мне эти отмазки не надо. Руслан, как это ты нам расскажешь, что на тебе делает этот волос? Растет. Ой, ну прости, прости, садись. Ой, ну что, как дела? Как дела на работе? Да все как обычно. Ну что ты, как обычно? Ну рассказывай. Финиш привезли, который еще с той зимы ждали. Рассказывай, рассказывай, мне интересно даже. Фом опять не тот вырезали. Леша, блондин, сошел со стройки опять. Не любишь ты меня, да? Все о своей работе, о своей работе. Какой работе? А почему это здесь только 2 пирожные? А сколько их должно быть? Сколько? Нас, Русланчик, между прочим, уже 3. Я все 3 съем. На здоровье. Спасибо. А где это обручальное кольцо? Вот. А что-то ты его прячешь. Да где я его прячу? Где я его прячу? Ну ладно, успокоимся, забудем про все. Вот давай, давай что-то, ну что-то вот о чем-нибудь хорошем подумаем, давай? Давай. Вот ты, например, сейчас о чем думаешь? Ну, наверное, о том же, что и ты. Вот не ври, не ври, Руся. Можно подумать, что ты думаешь, что ты толстая, жирная, некрасивая баба, да? Да нет, ничего ты не толстая. Да жирная, отвратительная, фу. Да ничего ты не жирная. Отвратительно, как жаба, фу, мерзость. Да нет. Да что нет, да-да. Да-да. Ну что, даже противно уже. Ну... Да, противная. Да скажи же да. Да. Ой, не надо, не надо. Разбудил. Да что в конце концов? Ну что ты меня разбудил, а? В конце концов. Дома одно, на работе другое. У меня уже нерв не хватает. Хорошо тебе. Тебе нервничать можно. Вот расскажи, где ты вчера целый день был? Целых 30 минут не видела. Надя, я был у друга. И как его зовут? Его зовут... Хорошо ему. Его зовут. А меня, Русланчик, уже никто никуда не зовет. Целыми днями в 4 стенках. Надя, все хорошо. Хорошо тебе, хорошо. Хорошо мне плохо. Я вижу, тебя тошнит от меня. Да ничего, да? Меня не тошнит. Хорошо тебе, тебя не тошнит. Хорошо меня тошнит. Видишь, тебя даже тошнит хорошо. Да что ты хочешь? Что ты хочешь? Дрынь. И кто она? Это моя теща. Хорошо тебе, у тебя теща есть. Да что ты хочешь? Чаю хочу. Чай? Чай, а, хочу, чай, да. Хочешь, да? Мне чаю, да? Я сделаю тебе чай. С сахаром чай, да. С сахаром. Побольше сахара. Еще сахар, да. И еще. Ой, ой, теперь уже много. Да все! Ой, да ладно, ну давай уже успокоимся. Давай о чем-нибудь хорошем посмотрим, что-то интересное, а? Что посмотрим? Ой, слушай, а давай нашу свадьбу. Надя,
Мы ее вчера смотрели. Не хочешь, да? Жалеешь, что женился на мне? Плохо нам вместе, а? По-моему, у нас все хорошо. А почему это у нас все по-твоему? Хорошо, давай посмотрим. Мерзавец! Ты что это мне сказал? А что я сказал? Ой, извини, мне послышалось. Ужас какой. Слушай, Руслан, а кого ты хочешь? Девочку или мальчика? Да мне все равно. Значит, это тебе все равно, кем будет наша дочь? А почему сразу дочь? Может, ты мне мальчика родишь? Точно. А что ты мне подаришь? Да все, что хочешь. Ой, классно. Руслан, а ты со мной на УЗИ завтра пойдешь? Пойду. Конечно, пойдешь, лишь бы дома не сидеть. Да при чем тут дома? Я работаю. И это ты сейчас меня упрекаешь, да? Знаешь, Надя, ты мне уже надоела. Ты беременная 2 недели. Мне уже это по горло. Так что давай сюда эту подушку, я сейчас пойду спать. Алло. Алло, Светик, не поверишь, мой Руслан оставил меня с маленьким ребенком и пошел спать. Русланчик!